насколько он будет, наверное, востребован на российском рынке? Ну и, естественно, логичный вопрос, будет ли Первый канал? Нет, Первый канал не будет Первого, потому что мы иностранцы, нас не любят. Это всего лишь третий фестиваль, и не хочется повторяться, да, поэтому все время новые артисты, некоторые, которые просто с удовольствием еще хотят приезжать. Например, Сердючка хочет каждый год, но в этом году он просто приедет и приведет вот прекрасный коллектив молодых исполнителей. Поэтому, не знаю, мне кажется, что главное – это качество фестиваля. Это, может быть, любовь, мы не зарабатываем на нем. В этом отличается, наверное, тоже.